в столице Филиппин, Маниле. Этот район является одним из самых развитых в городе, поскольку здесь находятся многие международные компании, и многие иностранцы приезжают сюда, чтобы жить и работать. Поэтому филиппинцы стараются сделать этот район максимально удобным, комфортным, выглядящим по-европейски. В общем, давайте прогуляемся с нами, давайте посмотрим, что же здесь такого интересного можно встретить, что здесь такого красивого и привлекательного. Пойдемте с нами. Район BGC был официально открыт в 2000 году. За 23 года он стал одним из главных коммерческих центров Филиппин. На площади 240 гектаров выросли многоэтажные бизнес-центры и резиденции. Каждый уголок здесь является идеальным фоном для фотосессий. Здесь нет никаких маленьких домов, скромных домов, которые характерны для Азии. Все сделано в едином европейском стиле. Это не только красивый район, но еще и удобный. Все находится в шаговой доступности. За 15 минут вы можете добраться до любого места в этом районе. И в этом районе есть все, что нужно для жизни. На каждом углу магазины, рестораны, развлекательные центры. В отличие от других районов Филиппин, здесь везде чисто, все аккуратно, несмотря на то, что людей здесь много, почти 12 тысяч человек. Правительство настолько хочет сделать этот район комфортным, что они здесь не разрешают ездить джипни. Как вы можете видеть, здесь есть мотоциклы, здесь есть велосипеды, машины, но здесь нет джипни. Джипни – это упрощенная маршрутка. Вечером возникают некоторые сложности с выездом из этого района. Например, таксисты отказывались нас брать, потому что дорога до нашего дома занимает около 20 минут, и в час пик это становится для них проблематично, и кажется, что они избирательно подходят к выбору пассажиров. Если вам не нужно далеко ехать, то можно арендовать велосипед, чтобы передвигаться по району. В районе BGC можно встретить множество граффити, которые рисуют молодые художники из арт-центра. Все эти работы объединены общей идеей – создания лучшего мира. Каждый арт-объект несет определенный смысл. Если вам интересно, то можно узнать его значение на сайте арт-центра или посмотреть соответствующее видео на YouTube. Кроме того, ребята из арт-центра организуют офлайн-туры, где можно вживую увидеть их работы. В BGC есть одна потрясающая скрытая арт-инсталляция. Если не ошибаюсь, находится она на крыше торгового центра Uptown Mall. Чтобы увидеть ее, нужно подняться на верхние этажи высоток. Я считаю, что это очень крутая идея, потому что с высоты вместо серых крыш виден крутой арт-объект. Я считаю, что эту идею стоит взять на заметку другим городам и даже другим странам. Ресторанов здесь очень много, и это не только азиатская кухня, но и европейская и американская, поскольку здесь много иностранцев. И здесь точно каждый найдет себе что-то по вкусу. Сейчас на Филиппинах сезон дождей, и дождь прервал наше исследование района. Но надеемся, что вы вместе с нами успели проникнуться атмосферой этого района и, может быть, даже захотели сюда приехать. Вот вам дружеский совет. Если для вас важен комфорт, красота, обилие ресторанов, и вы готовы за это заплатить, то выбирайте BGC, поскольку это, наверное, самый комфортный район, но и, правда, самый дорогой. Но если вы просто хотите посетить это место как турист, не жить здесь, то выбирайте место недалеко от BGC. Ну вот и все. До скорой встречи!